Сегодня мы будем открывать куклу Динь-Динь и ее подружку Розетту. Давайте откроем. В коробочке сама кукла Динь-Динь. У нее 6 платьев, 5 пар обуви, 5 сумочек и... Чтобы она не скучала со своими платьями, у нее есть подруга Розетта. Первым мы открываем Розетту, потому что она без платьев и ей скучно. Руки. Снимаются крылья. Как их снимать? Как мне снимать крылья? Таня, помоги мне. Не надо. Вот, снимаются крылья. И крылья без нее улетают. И расстегиваются платья. А тут у меня розовый. И туфли снимаются. И она теперь на море. Сейчас мы ее сделаем крылья ей. А туфли пропали, и платье уходит. Все, она полетела на море. Сейчас Розетта оденется. Ой. Так. Одели платье, теперь застегиваем пуговички. Ой. Как у меня застегивают пуговички? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, три только пуговички. Чтобы одеть туфельки, надо первое крылышко. Одеваем крылышко вот в эту дырочку. Так, одели. Одеваем туфли. Одеваем туфли. Так, один. Ой. Два. Розетта оделась. Розетта оделась, теперь ей надо садиться. Ой, она не садится. Привет, я Розетта, я не умею садиться. Завещала. Сейчас мы будем открывать Динь-Динь. А я пока полетаю. Какие вешалки для сумок? Какие вешалки для платьев? Какие платья красивые? О, платья резиновые, а мы думали, что они твердые. Чешуя на этом платье. А это что там? Все резиновые, а башмаки какие? Башмаки тоже резиновые. А сумочки? Смотри. Дзинь-дзинь, я колокольчик. Дзинь-дзинь-дзинь. Привет, я Дзинь-дзинь. Какой? А все сумочки плохие. Вот, я скучала со своими нарядами. Где моя подруга? Будем переодевать. Давай. Ну, для начала мне надо открыть. Ты-ты-ты-ты. Это Розетта идет. Привет, Дзинь-дзинь. Привет. Привет! Тебя уже навязали? Да, а ты еще?
коробочке. Тебе весело. Весело, конечно. Пока. Ну, выпустите меня. Кто-нибудь из этой коробочки. Сейчас мы тебя освободим. Ура, вы все... Вот я была в твоей сапожке. У тебя столько много платьев. И много сапожек очень. Да. А, Дзинзинь, а зачем тебе столько много платьев? Вот это платье я летаю Дарину Фей. Полетаешь? За мной. В этом платье я в Париж. О, в Париж? В Дарину Фей есть Париж? А, я его не даже туда не летала. В этом платье я летаю. Куда? Знаешь, куда? В лес. В лес? Нет, лесное платье. Ура! А в этом платье? А в этом платье я обитаю, где очень-очень много цветов. Понятно. Цветочное платье называется. А в этом? А в этом в Париж. А, понятно. В этом я на всякие вечеринки, праздники. А зачем тебе столько много сумочек? Ты не знаешь, что каждому платью надо выбирать сумочку по цвету и по стилю. Понятно. А еще и туфельки вот так. А давай померим платье. Давай. Ой, какое же мне померить сначала? Хорошо, померим вот это фиолетовое с синим. А я одену розовую. Понятно. Так. О, мне надо снять крылья. И одеть это платье. Куда ты ушла? А вот эту сумочку я беру вот к этому платью. А я вот эту возьму. Так, все, я оделась. Красиво. Спасибо. Ну что? Полетели поливать цветы? Да, я даже в эту сумочку взяла леечку. Я тоже полетели. Нас так замочил дождик, давай переоденемся. Давай. Ой, как я снять? Вот. Да. Ну, во что переоденемся? Я возьму вот это вот желтое. А я возьму вот это вот синее. Так, нет, сперва я одену туфельки, чтобы мне не холодно было стоять. Ой. Так. Теперь сяду и одену пышненько вот это платье. Я разета. Да-да-да-да-да. Очень подходит мне. Будет подходить идеально очень. Так, пуговички застегиваем. Смотри, какая красивая. А смотри, какая я красивая. Ну куда же мы такие красивые полетим? А полетим к нашим подругам твоим. Покажем свои платья. Какие мы красивые. Да. Полетели. Уж. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь, не раз это. Улетели к своим подружкам.
Долина здесь. Вам понравилось Динди и Розетта и их платье? Тогда ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите другие наши видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Выбирай, какое еще видео ты хочешь посмотреть.